Надбавки к зарплате выплатили врачам Туркестанской области. Вознаграждение получили почти 2000 человек на общую сумму 214 миллионов тенге. Подробности у Рауля Габитова. Медики по всей стране переживают сложнейший этап в работе. Вдали от родных, рискуя собственным здоровьем, они сутками дежурят в карантинных стационарах, принимают инфицированных. Многие не были дома уже почти месяц. Чтобы не стать переносчиками инфекции и случайно не заразить других, мы живем в больнице. Вирус стремительно распространяется, поэтому ради собственной безопасности жителям не стоит выходить из домов. Этим они помогут и нам, ведь для нас важно здоровье каждого человека. Докторам и медсестрам выплатили от 200 до 800 тысяч тенге. Суммы варьируются в зависимости от категории риска. Например, в самых горячих точках работают 27 врачей региона. Именно им приходится тесно контактировать с инфицированными. Во вторую категорию входят 335 медработников. Каждый из них получил надбавку в размере 425 тысяч тенге. Всего им было выплачено 69 миллионов 330 тысяч тенге. 1611 медиков, попадающих под третью категорию, получили по 212 тысяч тенге. Для борьбы с коронавирусом в больницах Туркестанской области подготовлено 270 коек. Больных готов принимать и провизорный госпиталь на 570 мест, и карантинный стационар. Он сможет принять больше 1000 пациентов. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Самат Нагашпекулов, Хабар 24, Туркестанская область.